Ринга минимальный возраст 6 лет. С силовыми нагрузками дошкольники просто не справятся. Самая основа – это работа на лапах. Так называют резиновые перчатки, по которым спортсмены наносят удары. Травмы, говорят педагоги, возможны только если техника спортсмена поставлена неправильно. Если вы попали в плохой перчатке с правильной постановкой техники в лоб, а лоб сама твердая кость у человека, то это неминуемо идет к травме. Если вы бьете боковой удар, например, с переносом локтя, он идет не классический, под 90 градусов, а локоть выходит выше. Соответственно, здесь тоже может разрываться связка. Из экипировки боксерам понадобятся перчатки, бинты и капа. Цена занятий в школах единоборств примерно на одном уровне. За 8-10 тренировок в месяц просят от 4 до 6 тысяч рублей.